Доброе утро, друзья! Это Дед Мороз, Арине, доброе 1 января, я только вылезла из кровати. 4 насадки! Да, Артемий, смотрите, он нашел подарки от Деда Мороза под елкой. Это и это Арина. Аришин подарок, такой фонтанчик в ванную. Вот это самое главное. Да, ну давай. Я хочу этих вот так снимаем и надеваем. Я хотел, чтобы на тебя немножко... Ой, брызгает, не надо. А это кнопка выключения сверху, смотри. А какая? Вон зеленая, на листике. Давай попробуем нажать. Нет? Непонятно. Задерживает, смотри. Это она что, воду выкачивает? Не знаю, честно. Она... Может быть, чтобы вы... Мне понравилось. Ох, это тяжелое утро 1 января. Выгляжу и чувствую себя отвратно. Но дело не в том, что я как-то кутила вчера. Я вчера с 8 вечера хотела спать как-то, так, знаете, подозрительно сильно. И еще у меня потихоньку начала болеть голова. Я думаю, блин, ну неужели мигрень новогоднюю ночь? А потом, когда мы домой ехали, ну где-то к двум, в два я спать уже легла. У меня голова прям сильно разболелась, болела целиком, не как мигрень. Я такая, так, что ты тут подозрительно? Я начала немножко кашлять. Видимо, я не знаю, наверное, у меня ночью была температура, потому что меня так знобило, то мерзло, то потело. Короче, сейчас я чувствую себя уже намного лучше, чем вот ночью. У меня прям очень сильно голова болела. Сейчас у меня только за глазами болит, и вот слышите, голос такой странный. То есть вот, ну вот тут вот. Трахеит, я не знаю. Ну, совсем чуть-чуть кашля. Но очень общее состояние такое разбитое. Видимо, я... Не надо кисточку в рот. Тришера заразилась. Он несколько дней назад тоже жаловался на горло, на плохое самочувствие. Но, видите, такое не болело, а вот просто как-то разбитость. Че, мама, давай рисовай. Вот. Так что... Мама! Ну, хорошо хоть сегодня, потому что я все переживала, что... И дай бог, кто-нибудь заболеет на Новый год, потому что сейчас у нас в Питере вообще все повально болеют. Давай, иди сюда на ручки. Иди ко мне. Вот, и очень не хотелось праздник пропускать. И мы отпраздновали. Теперь можно расслабиться. Короче, я еле ползаю. А дети дали поспать. Вот, короче, Артемий встал в 8:30. И я еще до 9:30 дремала. Он приходил, про подарки что-то рассказывал, так что выспаться мне удалось. Мне Дед Мороз подарил электролего. Да, Артемий его теперь собирает. В этом году я, наверное, не буду показывать все подарки, как раньше, потому что уже дети растащили свои подарки по всей квартире. Я свои только покажу попозже, когда я буду в силах. А фонтанчик у нас есть. Фонтанчик мы уже, да, показали. У нас там весь коридор завален пакетами, у меня нет сил это все убирать. Но я скоро сдам дежурство. Аккуратнее, Арина. Не пугайся. Вот. Да, Ришка поспит. И, наверное, отправлю гулять. Алишера совсем я сама буду валяться. Сейчас все равно я с утра... Я вот не умею, как Алишер, там долго-долго спать. То есть, если я... Ну, даже если я плохо себя чувствую, я просыпаюсь там 8-9, максимум 10. Я уже дальше не усну. И днем я тоже очень редко сплю. У меня в этом плане четко. Вот. И у меня так же. Да, вопрос в том, что у меня сил нет. Ну, а ты ж не ударилась. Ты испугалась. Иди сюда, я тебя пожалею. Иди сюда. Иди сюда. Ой. Аж чем ты ударилась? Попой? Так ты аккуратней, зачем ты на подушку-то лезешь, мелочь? Ну, отпраздновали мы вчера хорошо. Было здорово. Да, мне тоже понравилось. Детей я не укладывала, они оба дотянули до половины первого, мы потом вот выехали, и Арина сразу уснула в машине, а Артемий даже до дома не спал, и потом лег, ну, полвторого он уснул. А подарок мне Дед Мороз только ночью принёс. Ну, так у него детей много, он пока шел там по всем. Так что вот так вот. И, но... Мне кажется, бодрствование ночью легче далось Арине, чем Артемию, потому что она скакала веселая. Артемий уже под конец такой, когда уже Новый год? Жаворонок ты наш. Арина курилочку принесла. Зато если я прям очень долго ночью не сплю, то я уже переключаюсь. Да, и Артемий это
уже вечером перед сном слушала сказки, которые Алиса мне рассказывала. Алиса, включи снова сказку, которую мы слушали. Ну, долго еще слышались выкрики восклицательные, потом все смолкло, и с этого замок скрылся по холму. Это же с этого. Мы пришли за мечом. Нет, у меня уже два часа вперед. Очень рад, что я видела географию. Да. А спас ее? Она путается. Да. Давай ее погоду спросим. Алиса, какая сейчас погода? В настоящий момент в Санкт-Петербурге минус 16, облачно, с прояснениями. Так, понятно, вы гулять не идете. Алиса, а сколько градусов будет сегодня ночью? А чего? Сегодня ночью в Санкт-Петербурге от минус 13 до минус 17. Пасмурно. А почему облачности нету? Не знаю. Дело в температуре окружающей среды. Да. Алиса, а как образуется туман? Про Ивана Царевича. Ладно, Алиса, включи сказку обратно. Лия Гераскина. В стране не выучено. Алиса, включи сказку с того места, на котором мы остановились. Тот день, когда все началось, мне не везло с самого утра. Не то место. У нас было для чего. Алиса, включи сказку «В стране не выученных уроков» с двух часов. Включаю сказку Лии Гераскина. В стране не выученных уроков. Блин, вот с этим проблема. Мы пока не поняли, как сделать, чтобы она включала с того места, где остановились. Мы поняли, надо просить ее промотать вперед, если она запуталась. Вообще, надо инструкцию почитать. У нас вот такая вот желтенькая. Артемию на Новый год подарили хлопушку, он хочет попробовать. Ну, давай, резко дерни. Еще. Нет, в лицо нельзя. Ты... Блин, это было страшно. А где... Чего... Ну, если ты потрясешь, из нее высыпется... Они там застряли, да? А почему? О, вон посыпалась. Не, так неинтересно. Какая-то она бракованная. Ну, выстрелила страшно. Выкидывай ее в мусорку. О, да. Эй, это что-то... Ой, смотри, тут сюрприз вылетел. Выкинь, и потом будешь раскрывать сюрприз. Выкинь. Папушке же вклад. Ой, мусор надо собрать, да? Давай, собирай. Что там, сюрприз? А чего он загорелся? Алиса, включи нам с этого же места. Включаю Soulway, Nasty Babe, альбом одно и то же. Чего? Алиса, включи сказку о рыбаке и рыбке с того места, где мы остановились. Включаю сказку о рыбаке и рыбке. Не, она сначала. Ой, это какой-то... Подожди, а там еще нет пластинки маленькой? У нас Алиса работает на все 100. Весь день песни, сказки, прогноз погоды. Короче, классная вещь. И удобно. Артемий теперь с планшетом не ходит туда-сюда. В общем, я тут прибралась. Детской пропылесосила. Артемий весь день собирал лего. Ждем, пока зарядится, чтобы он мог им управлять. Еще я убрала кухню всю. Вылезала, полы помыла, пропылесосила весь дом. Ой, как вы смеетесь, господи, танцуете. Продукты заказала. Привез курьер, поздравил с Новым годом. Я говорю, как вам 1 января-то работать? Он говорит, а у меня 4-й заказ всего. Это никто не заказывает. Ну, у всех со вчера, видимо, есть, у нас нету. У нас только салаты со вчера и вот котлеты с гречкой дети едят. Я так немножко салатов поела и поняла, что я хочу сельдерея. Колбаски и бутерброд с икрой. Сейчас буду делать. Кстати, я чувствую себя уже почти отлично. Зато Алина, теперь я начала лежать с температурой. Алина, иди одеялами. в детскую. Пошли танцевать. Пойдем танцевать. Короче, ему передалось. Его прям как меня морозит. Но уже у меня это ночью было. Чего это? Откуда это? Не знаю. Но реально у нас весь город болеет. Поэтому хорошо, что мы успели дотянуть. Смогли дотянуть до Нового года. И сдались сейчас, 1 января. Так что типичное 1 января, сидим весь день дома. Я бы вообще, конечно, хотела бы свою картину пораскрашивать. Это было бы идеально, но с Ириной это нереально. Она не дает, может, вечером. Поэтому я делала те дела, которые можно делать с Иришкой. Ой, хорошо танцует. У меня там танцует.
готовый заряжается. Да, да, потом покажем. Вы посмотрите, что собрал Артемий. Это вот такое лего, и оно на пульте управления. Обалдеть. На этих, на гусеницах скользит тут по полу, конечно. А тут еще вода на полу. А что не вытер? Капельки, вот он подскальзывает. Ничего себе, да, Арина, скажи, тоже хочется попробовать. Вода, принеси тряпку, вытри пол, пожалуйста, да? Давай. Да, да, езжайте за тряпкой. А я тут сижу и режу, дети раскидали, и не видно, что я это режу, но я действительно разрезаю вот такие карточки. Это мема с животными подарили Артемию. Будем сейчас с ним играть. Вот я уже две страницы разрезала, вот одна, и вон еще одна, которую надо разрезать. Так, я постаралась закрыться от детей на кухне, чтобы снять про свои подарки. Надеюсь, сейчас никто не будет орать под дверью. Короче, подарочки мы стандартные достаточно, но я такое люблю. Во-первых, мне подарили классных гелей для душа. Я люблю, когда мне их дарят. Это намного круче, чем, не знаю, какая-то статуэтка на полочку, которая будет стоять и не будет тебе нужна, а это все всегда идет. Это мне такие практичные подарки. Потом еще крем для рук. Как раз у меня сейчас вот такой же, только в два раза меньше флакон. Пользуюсь им. Достаточно хороший, мне нравится. Еще мне подарили мицеллярку, тоже абсолютно нужная вещь, которая очень быстро уходит всегда. Мама подарила мне в числе других, среди других подарков, вот такие вот очень мягкие рукавички. Люблю всякие разные варежки, с удовольствием их ношу, достаточно часто теряю. Поэтому каждый год у меня что-нибудь новенькое, реально они очень классные, приятные, такие меховые. Еще мама подарила блюдо. Помните, я все искала блюдо, никак не могла ничего выбрать. Мама выбрала за меня. И я его поставлю на стол. Так что теперь, когда будут гости приходить на новогодних каникулах, буду вот это вот доставать как раз там для фруктов, там, не знаю, для выпечки. Так, потом еще полотенчики. Куда же без них? Ну, вот такие вот прикольные, видите, с яйцами. А, ну, я думаю, на даче будем использовать. Скорее всего, они очень клевые, но... Ну, знаете, там белые вешу, эти разноцветные повешу. Да, еще у меня, конечно же, есть полотенчики с драконом. Это небольшое, удобное. А, ой, это не полотенчики, господи, это наволочка декоративная. Обалдеть. Ой, прикольно. Опять же, у меня на даче есть подушки такого размера. Здесь у меня таких нету. Круто. Я даже не обратила внимания вчера, пока смотрела. Вот я невнимательна. Так, и еще вот такой полотенчик. Мне этой стороной показываю. Вот, кошки. Так, потом с текстилем мы закончили. Все, начинается ора под дверью. Марина знает, что я хочу леопардовые колготки. Посмотрите, что она подарила. С удовольствием буду носить их весной. И еще вот такие вот подарила. Прям вообще кайф. Я очень довольна. Угадала. Вот такая вот повязка. Она лежала в подарке для Арины, но Арина не оценила, зато я оценила. Нет, вот так вот, лайком вверх. Вот. Арина ломится. Так, бенгальские огни. Тушь для ресниц. Крем, скорее всего. Точно, это крем. Вот такой вот с авокадо. Так, потом кофе. Кофе тоже очень классный, полезный подарок. Сладости. Тут сюда коробка затесалась. У нас там просто море сладкого. Нам очень много в этом году подарили, потому что были сладкие подарки для детей. Месяца на два хватит, я думаю. Потом вот такие вот прикольные формы для выпечки. Я все смотрела на такие для кексиков, но не решалась взять, но у меня и так есть. Но теперь у меня будут еще вот такие. Так что на Новый год кексы буду делать в этих формах теперь. Так, еще вот такая вот свеча плоская. Гирлянда. Нить. Роса. Как та, очень похожа на ту, которую у нас сейчас на елке. Надо будет сравнить их по теплоте свечения. Если они одинаковые, потому что они могут различаться, то тогда в следующем году будем очень плотно обматывать елку, потому что в этом году я так это схалявила, потому что боялась, что мне не хватит гирлянды.
Кто-то хорошо знает мои предпочтения. Я даже не знаю, кто. Кто-то, видимо, кто смотрит меня в Инстаграме. И еще от Альшера неожиданно. Я вообще не ожидала. В общем, у меня вот такие вот золотые сережки с бриллиантиком. Простые, повседневные, он как раз на каждый день. Вот. Так что я была приятно удивлена, потому что я ничего не просила, но у меня реально все есть. И он такой, а ты тебе? Я такая, вау, что это такое? Вот. Так что такие у меня подарки. Ну, Алишер, там тоже все по стандарту. Там одежда, сладости, тоже гели. И вот я ему подарила пылесос для машины автомобильной. Он остался доволен. Ну, а у детей целая куча игрушек, в которые они играют целыми днями. Ну, Арина меньше, но она пока еще... Ну, столько игрушек осталось от Артемия, что у нее много-много всего. Но в следующем году, я уже так подозреваю, у нас будет X2 этих игрушек на Новый год. Артемий там с Алисой разговаривает. Такая удобная вещь, мне теперь хочется вообще в каждой комнате поставить эту станцию, потому что не надо ничего тыкать. Вы знаете, наверное, когда мы переедем когда-нибудь, мы подключим умный дом. Потому что это кайф, когда ты просто, Алиса, остановись, Алиса, сделай погромче, сделай потише, и не надо там идти и это нажимать. Это реально удобно, да, это мелочь, но это реально удобно, мне нравится. Прогресс. Так, все, пойду это все уберу, пойду купать детей. Им очень понравился фонтанчик, который принес Дед Мороз. И я сейчас сказала, что пойдем купаться после того, как я сниму это. Я говорю, можно? Можно я уже пойду? И я говорю, подожди 10 минут, пока я вот это вот сниму, и будем купаться все. Мне повезло. Я целых полтора часа смотрела фильм, посмотрела «Оставленные». Мне понравилось. И делала свою картину. Вот так вот много сделала. Теперь буду заканчивать, уже спать хочется. Сейчас 12, так что все это уберу. Это если оставить малыш на столе, то придет Арина и все сразу возьмет. И продолжу уже завтра. Наконец-то мне удалось посидеть за рукоделием, так сказать. Соскучилась я по этому занятию. Обожаю так проводить январские праздники. Так что очень хочется за эту неделю сделать эту картину. Ну, посмотрим, что выйдет из моего желания. В общем, на этом буду с вами прощаться. Увидимся завтра. Всем пока!